Анатолий Черноокий – старший участковый инспектор Ленинского РУВД города Бреста. Уже целых 24 года он трудится в правоохранительных органах и ни разу не пожалел о своем выборе. Ведь главное его призвание – защищать брестчан. И с этим доблестный милиционер справляется на все 100%, качественно и достойно выполняя свою работу. С 12 декабря 1998 года меня призвали в Вооруженные силы Республики Беларусь во внутренние войска, где я прослужил до 13 мая 2000 года. И по мобилизации подал свое заявление в департамент охраны. В департаменте охраны я вначале был по вольному найму, а затем меня аттестовали в 2002 году, где я и начал свою деятельность в милиции. Уже с августа 2014 года Анатолий Николаевич был назначен на должность участкового, а в ноябре 2021 получил повышение и стал старшим, что еще раз подчеркивает тот факт, что инспектор любит свою работу и выполняет ее с энтузиазмом. Каждому обратившемуся к нему за помощью он старается уделить максимум своего времени и помочь не только словом, но и делом. Именно поэтому с ним стремятся поговорить и прояснить ту или иную ситуацию, а за каждой проведенной беседой следует оперативное решение проблемы. У нас очень хорошие участковые, очень выполняют свои хорошие обязанности, всегда порядок, никаких происшествий, всегда если где-то что-то, сразу все вопросы решаются. В общем, у нас участковые вообще все красивые, хорошие, дисциплину держат как положено. Высокий профессионализм, а кроме того, личностное качество наставника подчеркивают его коллеги. Это молодые сотрудники, которые обращаются за советом к своему непосредственному руководителю. Очень хороший человек, всегда поможет, подскажет, даже в угоду своего времени, то есть даже если у него нет рабочего дня, но он всегда приедет, поможет, подскажет, с материалами все всегда подскажет, поработает. Очень удобно с ним работать. И очень хорошо в плане того, что он никогда не бросит. Однако работа участкового инспектора подразумевает не только кабинетную рутину. После проведенного приема граждан Анатолий Черноокий совершает обход закрепленной за ним территории и общается с жителями своего участка для того, чтобы понять, какие вопросы волнуют людей прежде всего, помочь разобраться с ними, а также предотвратить неприятные последствия. Тихо, спокойно в районе. Нету таких разных происшествий, сильно не слышали. Нормально работает. Спасибо. Всегда обращаемся, если надо, чтобы помогают. Работа участкового очень ответственная. Ведь для того, чтобы помочь каждому, нужно иметь большое и доброе сердце, а также неравнодушно относиться к обратившимся. Анатолий Черноокий обладает всеми этими качествами, а значит, он один из тех счастливых людей, который нашел свое призвание.